Итак, сегодня по всей стране, в том числе и в Ноябрьске, официально стартовала акция «Георгиевская ленточка». Центр патриотического воспитания разослал 24 тысячи лент по всем молодежным учреждениям. И теперь волонтеры раздают их горожанам. Автомобилисты повязывают символ победы на антенны машин, остальные украшают ими сумки или прикрепляют к одежде. Продлится акция до 12 мая.